Першы фестываль рэгбі прайшоў у Гомелі. Яго мэта – пазнаёміць гамяльчан з гэтым відам спорту. У турніры прынялі ўдзел больш за сотню чалавек. З удзельнікамі і гасцямі спартыўнага свята пазнаёміліся нашы корэспандэнты. Стадыён «Прамень» стаў пляцоўкай для першага фестывалю рэгбі. Тут сабраліся прафесійныя гульцы з гомельскіх клубаў «Seven Links» і «Кватра», а таксама моладзь, якая хоча пазнаёміцца з рэгбі. Напрыклад, студэнтка Белдута Дар'я Пазняк нават не ведала, што такі від спорту існуе ў Беларусі. Я хочу вообще попробовать этот спорт, как, какой он, как есть. Я отвечаю еще раз, не понимала вообще, что он есть в Беларуси, но стоит попробовать, я думаю. Думаю, возможно, прийти сюда и записаться, это интересно. Мне очень нравится пинать мяч, закидывать его далеко, это, у меня это очень хорошо получается. Поэтому, я думаю, я найду себя в этом спорте. Усяго у фестиваля удельничают каля 140 человек, 7 команд по 20 человек. У программы мероприемства танцы, конкурсы и показатели. Показальная гульня гомельских клубов. Спортивную частку фестивалю склала эстафета с 5 этапов. Беговы, силовы, китковый, дроп, гол и эстафета с перешкодами. Цель фестиваля была совершенно простая. Мы хотели рассказать всем людям о том, что у нас есть регби. Потому что, как сложилось, во всем мире это популярный вид спорта, а в Беларуси о нем знают только пару десятков, там, сотен человек, и все. Мы хотели бы, чтобы знала как можно больше молодежи, и они, в принципе, приняли участие в наших соревнованиях, потому что гомельчане завоевывают очень хорошие награды на республиканских турнирах и также на Европе. Вот, поэтому хотели дать возможность ребятам тоже прийти к нам в команды. Мы посмотрим на настроение ребят, мы посмотрим на отзывы, что нам скажут студенты, насколько им понравится, если они будут довольны и веселые уйдут, мы повторим этот фестиваль, я думаю, что не раз. Идея провести фестиваль регби узникла месяц тому у гульцов гомельских клубов. Их инициативу подтримали представники областной организации БРСМ и литерально за несколько дней распрацовали сценарий. Про три тыдни все вины в области сустрелись на промяни, как высветлить, кто лепши. Все вузы Гомельской области принимают здесь участие. Задача их, чтобы они узнали вообще, что такое регби, рассказали своим друзьям, что есть такой вид спорта. Но самое главное для нас, как общественного объединения, это открыть для них еще один вид досуга, свободное от учебы время, работы, неважно. Главное, чтобы они занимались чем-то полезным. Я уже вас уверяю, что он будет традиционный. Мы уже учредили переходящий кубок, который сегодня будет вручен одной из команд. И переходящий кубок говорит о том, что по второму этапу быть. У планах организаторов провести гэтым летом фестиваль пляжного регби. На его, кроме студентов, будут запрошены школьники и навучэнцы сярэдніх навучальных установ. Вероника Гамзюкова, Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».